Обильные осадки и гололед в конце недели прогнозируют синоптики. Сегодня засыпало снегом Джигинку, Юровку, Уташи и станицу Гастагаевская. Спасатели призывают водителей быть максимально осторожными. В администрации города на планерном совещании службы доложили о своей готовности к непогоде. Пескосоляная смесь заготовлена в полном объеме. Техника в любой момент готова выехать на ликвидацию последствий стихии. Со всеми службами проработать, ДН-116 в особенности, есть обеспокоенность по наличию и техники, и пескосоляны, выехать к ним на место и посмотреть, все ли у них в наличии, готовы ли они к серьезным погодным условиям. Держать на контроле, распределиться дежурство по сельским округам, главы сельских округов к вам обращаюсь тоже, посмотрите еще раз с этими со своими предприятиями. Кого, какие, если вдруг еще, мало ли, возникли проблемы, не было, но возникли, говорите сразу, потому что ожидается